Группа «Renault» подписала соглашение о передаче акций Москве. Долю в «АвтоВАЗе» отдали под ведомство Минпромторгу Институту НАМИ, а завод «Renault Россия» – властям Москвы. Сервисное обслуживание автомобилей «Renault» в России будет осуществлять «АвтоВАЗ». Мне кажется, это позитивная новость в том плане, что будут сохранены рабочие места. Я так понимаю, что завод будет продолжать функционировать, то есть модели будут собираться на «АвтоВАЗе». Теперь 100% акций закрытого акционерного общества «Renault Россия» будут принадлежать правительству Москвы. Почти 68% акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность института НАМИ. Оставшиеся акции сохранит Ростех. Ну, самое главное, будут сохранены рабочие места. Это очень важно для экономики в нынешних условиях. Также Сергей Собянин анонсировал возобновление производства легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич» на заводе «Renault». В планах локализовать производство в России максимального количества автокомпонентов. Надежда Казаева, Универньюз.